Так. Все. Итак, сегодня будет такой йога-терапевтический класс. Сразу же забегу немножечко вперед и по секрету скажу, что, в общем-то, любой мой класс, он базируется на йога-терапии, то есть на, ну, скажем, профилактике, прежде всего, здоровья позвоночника. Ну и учитывая, что мы работаем с брюшной полостью, то есть это профилактика органов брюшной полости, малого таза, нервной системы. В общем-то, сегодня просто будет акцент на широчайшие мышцы спины. Давайте, чтобы было понятно, много раз уже говорил, вот я сейчас уже сижу, так как мне вот так неудобно. Вот смотрите, спина сутулина, вот спина сутулина. И плечи вперед ушли, видно, да? Плечи вперед. Попробуйте так сесть, если получится, да? Получится. И взгляд, ну, вот на книжку, на тарелку, на смартфон, на компьютер, если он так. И попробуйте посмотреть вперед. Вот так. Вот, нам нужно почувствовать это. Почувствовать. Вот так покрутить головой вперед-назад. Вот, я в профиле сижу, сутулина спина. И какие, почувствуйте, что вот плечики вперед, вот в этом положении, что вы сейчас чувствуете? Что вот я, как я себя ощущаю в таком положении? Какие чувства? Какая эмоция тут присутствует? Ощущение в теле. А теперь мы вырастаем макушкой вверх. Также в профиль покажу. Вырастаем макушкой вверх. Как бы затылком опираемся назад и вниз. Макушкой вверх. Как будто бы кто-то за макушечку нас подвешивает. Плечи сразу же уходят в стороны. И какая эмоция сейчас преобладает? Что меняется, когда у нас прямой позвоночник, расправлены плечи, голова на линии позвоночника. То есть шея и голова – это у нас продолжение всего позвоночника. Центр головы, центр грудной клетки, центр таза совмещен в одну линию. В норме, да? У кого это вот уже есть смещение, может образовываться на седьмом позвонке горбик. Горбик, вдовье горбик его называют, можете у себя потрогать, посмотреть. Там такая жировая складочка образуется, ну, на уровне энергетических потоков, просто там блокировочка стоит. На уровне физики жир, уплотнение мышечных, ну, мышечных там меньше тканей, там, вот если на позвонке их там нет, просто такой горбик растет. Он из-за того, что голову приходится держать, она тяжелая, потом вот это сутуливание вызывает спазм и дисфункцию в работе диафрагмы, то есть дыхание, а значит и сердце и так далее. Не буду перечислять всех страшилок, но хорошая новость, если мы это все укрепляем, то организм начинает функционировать в норме, и мы ему не мешаем. Мы не мешаем ему функционировать.
Просто нужно расправиться. Если вот это положение во время работы там, за компьютером уже привычное, широчайшие мышцы спины растягиваются и спазмируются от того, что постоянно растянуты. А грудные мышцы, вот здесь средняя, большая грудная мышца, она сжимается. Сжимает грудную клетку, ребра, диафрагма. Соответственно, если уже дисфункция, ну, такая небольшая есть, нам как это расправлять? Или если мы сидим какое-то время за компьютером и забываем об осанке, то нам нужно исправлять это каким образом? Ну, упражнениями, да. Самое лучшее – это, первое, следить за своей осанкой. Если это невозможно, все-таки сидим где-то вот в автомобиле, может быть, вот так сидим, то упражнениями, которые раскрывают вот эту часть, растягивают, и поджимают вот заднюю. Вот я уже вот так интуитивно вот так делаю, да? Хорошо. Еще раз. Скруглились. Эмоция одна. Тут можно прямо ощутить ее. Станиславский это использовал в работе с актерами. Станиславский и йога, есть такая книга. Можете поинтересоваться. И расправляем. То есть Станиславский, когда хотел актеру, чтобы актер радовался и был таким довольным на экране, то надо было раскрыть грудную клетку, ручки. Давайте вот мы все растянем руки в стороны и скажем себе: со мной сейчас все хорошо, со мной все хорошо. Сразу же появляется вот улыбка. Я, ну, редко так она у меня сама, но вот здесь она сама появилась, вот прям хорошо, хорошо. Вот. Когда сутуливаемся, обратная реакция. Ну, такое, закрыться, скукожиться, спрятаться. Вот. Ну что, от слов к делу. Начнем вот с такого разогрева. Садимся на коленочки вот так. Кулачки положили на бедра, вытянули ребрышки и легли животом на выдохе на свои кулаки, так, чтобы кулаки в живот ушли. И поднимаемся. Тут динамика. Вдох. Кулаки так заворачиваем чуть глубже в живот. Выдох. Вдох. Меняем кулачки вот под ребра, под вот туда, под, чтобы в диафрагму переться. Выдох. Вдох. Кому кулачков не хватает, пальчики вот так ставим под ребра, так, чтобы пальцы ушли под ребрышки. Выдох. Вдох. Район солнечного сплетения. Выдох. Вдох. Чуть сдвинули в стороны. Выдох. Вдох. И еще в стороны. Упираемся тыльной частью в бедро, а пальчиками под ребрышки. И опускаемся. Итак, проминаем себе, давайте самостоятельно. Вот у нас реберная дуга, вот она видна, да? И мы проминаем, вот я буду не сгибаясь, проминать. Вот такой массаж диафрагмы. То есть так, чтобы пальчики туда вот заходили. Можно себя вот так вот за ребрышки приподнимать. Если, ну, я сейчас демонстрирую, но нам нужно, давайте, пальчики опустить. Если есть дискомфорт, если есть болевые ощущения, то пальцы не надо, кулаки. Если есть с кулаками болевое ощущение, тогда сидим, просто гладим животик, разминаем. Ну, это такая, если тут больно, но это не очень хорошо, надо разбираться, что там спазмировано. Но поглаживание по часовой стрелке будет хорошей терапией. Или проминание справа налево. Такой справа налево.
Двигаем живот вправо, влево. Двигаем его. Прямо сдвигаем. Угу. Остальные могут или такими кулаками. Давайте опустимся и полежим. Лежим, дышим. Позволяем расслабиться там всему. Хорошо, поднимаемся. Кулаки или пальчики под ребра. Прямо туда, в область диафрагмы. Понятно, что мы там через внутренние органы. И если печень, если желудок, или что-то еще спазмированное, или ну, в какой-то вот воспаленном состоянии, конечно, это будет неприемлемо. Поэтому чувствуем себя, чувствуем внутренние органы. Если все в порядке, ладошка туда утопает прямо под ребра. Хорошо. Почувствуйте, как поменялось. Давайте сделаем вдох. Выдох. Чуть-чуть повоздействовали на это место. Дальше можно в любой позе, вот в такой или стоя, можете встать. Я вот поближе сяду, чтобы было видно. Мы начинаем глазами двигать вправо-влево. Глаза вправо-влево. С ровненькой спинкой. Можно стоя. Вправо-влево. Хорошо, теперь вместе с глазами голова идет. Посмотрели вправо, влево. Смотрим и за глазами посылаем, двигаем голову. Хорошо. Теперь глаза вправо, голова влево. Глаза влево, голова вправо. То есть глаза все время стремятся в противоположную сторону. Хорошо. Глаза вверх-вниз, только глаза. Можно закрытые, открытые, вверх-вниз. Теперь глаза вверх, голова вверх. Взгляд вниз, голова вниз идет. Хорошо, теперь взгляд вверх, голова вниз. Взгляд вниз, голова вверх. Попробуйте такую сделать. То есть глаза и движение головы двигаются в противоположном направлении. Противоположно. Хорошо. А теперь фиксируем взгляд в одной точке и головой вращаем, а взгляд фиксируем в одной точке. Все время смотрим, например, вот на меня. Я смотрю на экран. Все, у нас два в одном. Шея. И в другую сторону.
шея и мышцы глаз. Можно увеличивать амплитуду. Хорошо. Теперь я встану. Можете тоже все встать. И дальше с шеей тоже продолжаем. Начинаем вот это движение вперед, круговые. Как швейная машинка. Круговые движения вперед. Теперь мы уже подключаем весь позвоночник. Шейный отдел. Нам надо все это размять. Теперь в другую сторону. Котовья яма. Кошка лижет шерстку. Раз, вперед. Возвращаем назад. Затылок. Вперед. Возвращаем назад. То есть нам надо с линии позвоночника голову увести вперед, назад, с таким с эффектом, что мы пытаемся лизнуть шерстку на груди, как кошечка делает. Ну или собачка, да? Хорошо. Теперь левое плечо. Круговые движения. Мы сверху накатываемся подбородком. Накатываемся подбородком. Там, надеюсь, видно. Вот поближе. Вот такие характерные хрусты могут быть в шее. В другую сторону. Кошка лежит. Котовья яма. Кошка лежит шерстку. Хорошо. В другую сторону. Правое плечо. Круговые вот такие движения. Вы наблюдаете, что в ощущениях происходит. Вот правое и влево. Это могут быть разные ощущения. Кошка лежит шерстку. Меняем направление. Два, три, четыре, пять. Отслеживаем изменения в состоянии. Так, задний свет очень яркий. Видно, да, меня? Теперь подбородком, как по блюдечку, начинаем вот так вот вращать. Как будто бы на блюдце катаем голову. Вот. И назад тоже, назад, вперед. Назад, вперед. В другую сторону. Ага. Так. Отлично. Наблюдаем за ощущениями. Нас интересует, да, верхний отдел, седьмой позвонок. А дальше. Правое ухо вверх. А, давайте, нет, не с этого начнем, а левая рука в висок. И активируем вот эту зону, вот эту. Да? Давайте чуть-чуть голову наклоним, так, чтобы у нас почувствовалась вот, активная работа с левой стороны, с этих мышц. Понятно, да? Вот мы толкаем. Толкаем, 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 толкаем. Дышим, вдох, выдох, дышим. Отпустили. Теперь мы их растягиваем. Правой рукой. Растягиваем. Такая же история с левой стороны. Толкаем. Теперь чуть-чуть, видите, у меня надо, чтобы сократились вот эти мышцы, чтобы эти не работали. Вот можно их потрогать. А вот эти сократились. Толкаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отпустили. И теперь левой рукой растянули эту зону. Можно пальчики вниз потянуть, всю зону с плечом. Хорошо. Теперь ладошки на затылок, раскрыли локоточки в стороны, толкнули голову вперед и чуть-чуть отвели назад, вдох. С небольшим сопротивлением и с небольшим сопротивлением выдох.
Скругляем спину. Вверх вдох. Вниз, выдох. Вверх вдох. Вниз, выдох. Вверх вдох. Вниз, выдох. Повисли здесь, висим. Висим, опускаемся ниже, округляем всю заднюю часть. Ниже, 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 ниже. Держим себя за затылок. И висим, вытягиваем шею. Хорошо. Поднимаемся с круглой спиной вверх. До мягкого такого прогиба, вдох. Отпускаем все, выдох. Теперь следующий будет комплекс. Наши широчайшие мышцы. Нам надо почувствовать верхнюю часть. Широчайшая мышца, она верхняя, средняя, нижняя есть. Она вот так по всей спине идет. Вы можете потом анатомию посмотреть. Давайте руки в стороны и назад. Отвели, держим. Стороны назад, держим вдох. Плечи не поднимаем, выдох. Прямые руки, вдох. Выдох. Три, вдох. Выдох. Четыре, вдох. Выдох. Пять, вдох. Опустились, выдох. У нас здесь раскрывается широчайшие мышцы, тянем руки назад. Хорошо. Второй вариант. Ладошки кверху, локти согнуты и также открываем, оттягиваем назад. Вдох. Выдох. Чувствуем спину, вдох. Чувствуем грудную клетку, мышцы груди. Вдох. Выдох. Сканируем все ощущения. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Отпустили. Расслабили. Чувствуем, как меняется ощущение. Теперь ладошки опять вперед смотрят. Локти у нас ближе вот сюда, к тазу. И вот это положение. Отодвигаем локти и ладошки тоже назад. Вот нижнюю часть, вот прям почувствуйте всю нижнюю часть. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Макушкой все время вытягиваемся вверх. Вдох. Вырастаем вверх. Выдох. Вдох. Нижнюю часть чувствуем. Опустили. Почувствуйте всю спину. Хорошо. И теперь в динамике. Нижнее положение. Нижнее положение. Выдох делаем. И не теряя вот этого натяжения назад, вдох. До положения прямых рук назад. Выдох вниз. Вот эту всю зону прорабатываем. Вдох. Выдох вниз. Вдох. Выдох вниз. Вдох. Выдох вниз. Отпустили. Понаблюдайте, как это повлияло на состояние вот в области спины, осанки. Мы что уже сделали? Шею поразминали, да, важный элемент. Диафрагму, значит, через диафрагму брюшной полости. Такой массаж йоговский сделали. И сейчас вот статика и динамика по широчайшим. Дальше. Ну, давайте по оси.
это базовое, ну, для меня, оно в моих практиках базовое упражнение для разогрева всего позвоночника. Смотрим назад, заглядываем вот, видите, у меня колени работают, таз. Из тазобедренных суставов, из таза импульс идет. Руки как плети посылаются вправо и влево. И теперь мы меняем положение головы и смотрим вперед. Добавляем скручивание в шейном отделе. То есть шея относительно плечевого пояса. Вернее, плечевой пояс относительно шеи двигается. Голову фиксируем. Вот, меняем положение. Хорошо. Обязательный комплекс дыхания. Давайте, ровненько встали, ладошки раскрыли. Дыхание Уджайи. Кто не знает, кто новенький, Уджайи, дыхание победителя, йоговское дыхание, которое используется в практике асан. Чтобы его быстро освоить, на вдохе мы шепотом говорим слог СО или звук О про себя шепотом. СО. На выдохе ХАМ или А. О, вдох, А, выдох. СО, ХАМ. А джапа мантра называется «Я есть» в переводе с санскрита. Я есть. Простая мантра. Давайте. Вдох. СО. На носочках потянулись. Выдох. ХАМ. Вдох. Вот запоминайте этот комплекс дыхательный. Выдох. Профилактика дыхания. Вдох. Дыхательных мышц, развитие, выдох. Если включить себя, включить здесь больше такой пранаямности, ну так назовем, да, то мы медленнее вдыхаем, начинаем замедлять. Вдох, вдох. Выдох. Но в онлайн-режиме я средний вариант делаю по времени, да. Теперь вперед, вдох, и в мягкий прогиб уходим. Выдох. Наблюдаем за изменением состояния. Вдох. Что мы чувствуем? Выдох. Вдох. Выдох. Стараемся ни в каких, вот ни в чем, ни в одном из упражнений не напрягаться, не делать это с таким усилием. Основной принцип – усилие без усилия. Если мы идем в легкость, то чувствуем легкость, радость, значит, мы туда идем, все правильно идем. Если такая жесткость появляется, попробуйте сбросить ее. Давайте руки вперед и в стороны, вдох. Раскрываем ладошками вверх. Выдох. Этот дыхательный комплекс также формирует осанку. Вдох. Профилактика осанки и дыхание. Выдох. И давайте медленно. Вдох. Выдох. Еще раз первый вариант. Вдох, на носочках потянулись.
Выдох вниз. Второе действие. Вдох. Выдох вниз. И руки в стороны. Вдох. Выдох вниз. Начало коврика встаем. Как-то много солнца. Много солнца. Надеюсь, там видно, потому что у меня экран как-то затемняет, что ли, от света. Хорошо. Ладошки перед грудью. Сейчас сделаем такой разогревочный. Давайте подряд три раза прямо. Вдох, выдох. В том же режиме. Вдох, выдох. Подряд три раза. Комплекс Сурья Намаскар. Сначала йога-терапевтический, потом Шивананда-йоговский. Ну, неважно, как называется, просто повторяем разные комплексы, три подряд. Вдох, руки через стороны. Вытянулись. Выдох, наклон. Разогреем все тело. Левая нога назад, вдох. Колено в пол. Вытянулись. Подключили подвздошную мышцу. Пахи, выдох, бедра. Собака головой вниз. Колени в пол. Вдох. Также можно сохам. Сохам. Выдох. Планка. Опускаемся в планке вниз. Пальцы ног остаются. Ладошки перед собой. Ребра поставили. Вдох. Опять включили широчайшую всю область мышц. Выдох. Собака головой вниз. Давайте добавлять втягивание живота. Здесь еще раз вдох. Выдох. Втянули живот. Хорошо. Левая нога вперед. Вдох. Колено в пол. Растянулись. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх. Сохан, дыхание уджайи, выдох. Теперь чуть более динамичнее, вдох. Наклон, выдох. Попробовали втянуть живот после выдоха. Правой ногой отшагнули, вдох. Собака головой вниз, выдох. Втянули живот. Колени в пол, вдох. Планка, выдох. Опустились вниз. Ребрышки поставили, ноги прямые, руки локтями в стороны. Вдох. Ягодицы, спина сильные сейчас. Выдох. Все расслабили. Вытянулись. Втянули живот. Правой ногой вперед. Вдох. Посмотрели. Выдох. Ножки вместе. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. И еще чуть более динамичнее. Комплекс Шивананда. От учителя Шивананды, вдох. Выдох, наклон. Левая нога назад. Вираббхадрасана, вдох. Выдох. Планка. Верхняя. Планки, вдох. Опускаемся на 8 точек. Колени, грудная клетка между ладоней. Выдох. Таз вниз, кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Левая нога вперед, вдох. Руки вверх. Нога задняя прямая. Выдох. Подшагнули вместе ножки. Тянули живот.
Руки через корни вверх, да? Выдох. На вторую ногу вдох. Наклон, выдох. Тянули живот. Правая нога назад, вдох. Выдох. Планка. Планки, вдох. Давайте здесь останемся. Выдох. И боковые линии включим. На правую руку поднялись. Вдох. Опустились. Выдох. Таз вниз. Таз вверх. Вдох. Ага. Выдох. Боком. То есть не заваливаем таз назад. Вдох. Меняем. Выдох. Левая рука внизу, правая вверху. Вдох. Проворачиваем плечики. Выдох. Вытягиваем бока. Укрепляем. Вдох. Выдох. Вдох. В планку переходим. И опускаемся на 8 точек. Выдох. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Правая нога вперед. Вдох. Наклон. Ножки вместе. Выдох. Руки через стороны вверх. Да? Выдох. Так, по времени смотрю, да. Давайте третий раз сделаем. Присели. Поза стульчика. Вдох. Посмотрели вверх. Наклон. Выдох. Посмотрели вперед. Вдох. Отшагнули или отпрыгнули в нижнюю планку, в чатурангу. Выдох. Вдох. Прогиб. Собака головой вверх. Выдох. Собака головой вниз. Левая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Пяточка сзади в пол. Поднялись. Вера Бадрасана. Вдох. Опустились в нижнюю планку. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот, не забываем. Правая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Пятка сзади в пол. Вдох. Вера Бадрасана. Планка. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Вдох здесь. Выдох. Втянули живот. На носочках поднялись. Вдох. Таз с правой стороны. Выдох. Руки прямые, ноги прямые. На носочках поднялись. Вдох. Таз с левой стороны. Выдох. На носочках поднялись. Вдох. Пятки в пол. Выдох. Колени в пол. Прогиб. Вдох. Антипрогиб. Выдох. Прогиб. Вдох. Антипрогиб. Выдох. Прогиб. Вдох. Планка. Выдох. Опускаемся вниз. Вдох, выдох. И теперь вспоминаем, что мы делали стоя. Стоя, что мы делали? Мы руки вытягивали в стороны, согнутые, и локти к тазу. Мы сейчас вот это будем делать. Лоб в пол, руки в стороны. И поднимаем вверх. Дышим по три раза будем делать. Ровно в стороны,
Лоб на пол, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Согнули локти. Локти и ладошки вверх. Вдох. Лоб на полу. Выдох. Плечи вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Локти к тазу. Пальцы смотрят в стороны. Вдох. Лежим. Выдох. Поднимаем выше. Вдох. Нижнюю часть активируем. Выдох. Лобковая косточка в пол упирается. Вдох. Лоб в пол упирается. Выдох. Движение. Руки вперед. Не касаясь пола. Вдох. Вытянули. Выдох. Согнули. Вытянули. Вдох. Согнули. Выдох. Вытянули. Вдох. Согнули. Выдох. Приподняли голову, вдох, опустили вниз, выдох. Приподняли голову с руками, вдох, опустили вниз, выдох. Ноги, руки вперед, руки вперед, ноги вверх, опустили вниз, выдох. Еще раз подняли, вдох, опустились вниз, выдох. Поднялись вверх. Вдох. Держим. Выдох. Руки в стороны. Вдох. Выдох. Руки назад. Вдох. Согнули ножки. Зацепились изнутри. И потянули вверх. Голова вниз. Выдох. Голова вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Чувствуем шею. Выдох. Вдох. Плечи. Выдох. Бедра. Вдох. Хорошо. Отпустите все. Руки в стороны. Голову на. Давайте на левое ухо. Голова на правое ухо. Делаем несколько вдохов, как вздохи, такие вдох. И все, отпускаем. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь нам нужно зону, вот интересующую, вот эту, плечи, шея, переход шейно-грудной, как-то потянуть, растянуть, расправить, да? Вот. Лучший, наверное, способ здесь, сейчас, это давайте немножечко сместимся вправо, ручку влево, вот так видно, да? И начинаем накатываться на левое плечо, рядки так, чтобы было меня видно визуально. И здесь, если есть возможность дальше двигаться, вот я на левом боку, правая стопа в пол, если есть возможность дальше, левая стопа в пол. Дальше таз смещаем в левую сторону. Если есть возможность. Если есть возможность, продолжаем или остаемся на том этапе, где можно, где есть комфорт. Куда тело пускает. Правая рука вперед, перед лицом. Вытянули. Вдох. Выдох. Правая рука вверх. Вдох. Выдох. Правая рука, захват назад. Опять же, если пускает. Остаемся на любом этапе. Если замочек есть, замочек сделали. Руки прямые, голова висит. Правую ножку можно расслабить, выпрямить. Дышим. Вдох. Выдох. 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 Выдох, вдох, выдох, вдох.
Хорошо. Расплели руки. У кого были заплетены. Ножку теперь левую выпрямили. И мягко, медленно, 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 медленно возвращаемся на живот. Левое ухо в пол. Лежим, чувствуем, отдыхаем. Наблюдаем. Руку пока левую не трогаем. Хорошо. Смещаемся чуть-чуть правее. Левая, правая рука теперь вытянута. И начинаем такую же историю. Сначала на правый бок. Левая стопа в пол. Правая стопа в пол. Таз смещаем вправо. Если это возможно, все, то продолжаем. Рука вперед вытянута, правая назад, левая вперед. Вот, потянули в таком положении. Вверх, выдох. Выдох и назад. Сделали захват, голова, ну, где-то висит сбоку, на бок свисает. Дышим, вдох. Левую ножку можно вытянуть. Крестец стремится лечь. Пол. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Расслабляемся с каждым выдохом. Позволяем телу как бы растечься в этой позе. Расслабиться в этой позе. Возвращаем. Рука левая пошла вперед. Левая, правая нога прямая. Левую вот здесь можно выпрямить, чтобы ножкой отталкиваться и возвращаться. Возвращаемся. Правое ухо в пол. Вдох-выдох. Хорошо. Так, смотрю время. У нас есть еще чуть-чуть время. Садимся на коленочки. И чувствуем, что у нас сейчас с плечевым поясом, с шейным отделом, грудным, поясничным. Вообще, что мы сейчас ощущаем, чувствуем вот в связи с тем, что мы поделали. Обязательно внимание все время на действие, на дыхание. Не стараемся не отвлекаться. Практика осознанности никто не отменял. То есть осознаем тело, осознаем чувства, осознаем эмоции, осознаем мысли в моменте, ну, в каждый момент, даже если мы в какой-то там асане. Хорошо. Еще тогда чуть-чуть добавим вишенку на торте, еще поставим для интересующего нас отдела позвоночника. Таким образом, правая рука в кошке, спина прямая, вот, обратите внимание, не круглая, не правая. Вот обязательно не надо ее проваливать, прямая спинка, правая рука вверх, вдох, вытянулись, выдох. Плечо в пол. Хорошо. Теперь правая рука вперед, вверх, угловое движение назад и плечо в пол. Выдох. Правая рука вперед, угловое движение. Выдох. Хорошо. Левая. Вдох вперед. Провернули полностью и положили. Вдох. Выдох. Вдох.
Выдох. Хорошо. Левая. Так, это была левая. Теперь правая рука назад. Полный проворот. И вперед прогнулись. Опустились враги. Еще раз. Выдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Левой рукой. Полный проворот. Раз. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Вторую ручку вперед. И обратите внимание, где у меня таз. Таз или над коленями, или чуть вперед идет. Грудная клетка в пол. Расслабляемся. Позволяем телу коснуться грудной клетки пола. Если не получается, ничего страшного. Чувствуем плечики. Хорошо. Поднимаемся. Прогиб, вдох, кошки. Антипрогиб, выдох. Прогиб, вдох. Собака головой вниз, выдох. Левая нога вверх, вдох. Шаг вперед, выдох. Колено в пол. Прогнулись, вдох. Немножечко сейчас нижнюю зону активируем, чтобы у нас равномерно распределилась нагрузка. Вдох, потянулись. Смотрите, колено чуть в сторону. Выдох, пробуем опуститься вниз. О, вдох, поднялись. Выдох, опустились вниз. Вдох, поднялись. Выдох, опустились вниз. Вдох, поднялись. Согнули ножку сзади и захватили левой рукой. Вот левой рукой натянули. Почувствовали правую ногу, переднее бедро. Передняя часть квадрицепс, квадратная, ой, четырехглавые мышцы отпустили. Вытянулись вдоль левой ножки. Как таз назад немножечко, левая нога вперед. Вот она, левая нога вперед. Если руки, если наклон недостаточный, значит где-то вот, вот в таком положении. Пробуем. Вот. Хорошо. Отшагнули назад. Собака голова вниз, вдох. Выдохнули, втянули живот. Правая нога вверх, вдох. Шаг вперед, выдох, колено в пол. Угу. Правое колено чуть в сторону. Ручки спереди, справа-слева. Потянулись вверх, вдох. Коснулись головой, выдох. Или не коснулись, не важно. Пробуем, тестируем себя, куда пускает. Выдох вниз. Вверх. Выдох вниз. Вверх, вдох. Левая рука внизу. Правой рукой дотянулись. И двигаемся и тазом вниз, и пяточкой к ягодице. Вот к ягодице. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, отодвинулись назад, носочек на себя правой ноги, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Дошагиваем второй ногой. Раз. Поза стола
пальцы ног вперед смотрят, пальцы рук вперед смотрят, таз вверх. Распределяем ноги, руки так, чтобы они были под плечами и под коленями. Потянулись вверх, вдох. Нас сейчас будут интересовать спина, плечи, ягодицы, вся линия. Ага, голову опустили назад. Выпрямили ноги. Выдох, переднюю линию сократили. Попробовали потянуться вперед. Угу. Дышим, вдох, вдох, выдох. Хорошо. Теперь таз вверх, вдох. И раскрываем плечики, таз вперед, 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 вперед. Поставили. Колени вместе. Чувствуем плечевое вытягивание. Хорошо. Развернули пальчики назад, круг. Попробовали чуть дальше выйти. И мягко в стороны. В стороны, в стороны, в стороны, в стороны, в стороны. Руки в стороны, ноги вверх. Носочки на себя. Заносим ноги. Вот посмотрите, чуть почти что над головой. Они могут быть присогнуты. И на выдохе с правой стороны опускаем обе ножки. Выдох. Над ладошкой. Эрдо. С левой стороны выдох. Лопатки на полу. Удох. С правой стороны выдох. Удох. С левой стороны выдох. Голова в противоположную сторону. Смотрит выдох. Ноги вправо, голова влево. Удох. Выдох. Поменяли выдох. Выдох. Хорошо. Руки или за головой, или возле таза. И начинаем. Асана, вдох. Выдох здесь. Ножки 90 градусов. Вдох. Асана. Выдох. Вдох. Руки могут быть за головой. Мышцами делаем. Выдох. Вдох. У нас сейчас хорошо все разогрето. Выдох. Остаемся в асане. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Замедляем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Ножки вверх. Руки вверх. Все стряхиваем. Трясем кисти, стопы. Заминочка. Вот обязательно капиллярчики встряхиваем. Рук, ног. Спина расслабленно лежит. Таз лежит. Весь позвоночник. Затылок. Трясем, трясем, трясем. Так что вот мышцы, икры, бедра, мышцы в стопах, кисти, вот, запястья, бицепсы, трицепсы, плечи. И через вот эту тряску расслабляем лицо. Давайте лицо, лицо еще больше расслабили. Живот расслабили. Спину, грудь. Ну, все, что не работает, не участвует в движении, расслабляем. И само движение, вот мы встряхиваем, расслабляем. Хорошо, остановились, чувствуем. Ложимся. Ножки вытягиваем, как удобно. Руки под бедра, приподнялись, вытянулись, посмотрели вперед и раскатали позвоночник по полу, плечи в стороны, ладошками вверх повернули, сделали три
глубоким вдох, как вздоха, вдох. И на выдохе все отпустили. Выдох. Выдохнули, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отпустили дыхание. Чувствуем все тело целиком. Чувствуем границы тела. Чувствуем касание поверхности, вес тела. Чувствуем одежду. Чувствуем касание воздуха, открытых участков кожи. И чувствуем расслабление с каждым вдохом, с каждым выдохом, все глубже. Расслабление слой за слоем. Как только внимание уходит в мыслительные процессы, то есть начинаем думать, переводим его на ощущения в теле. Обращаем внимание на вес, процесс дыхания, расслабления. Как расслабление влияет на ощущение легкости, радости, такого полета. У кого есть возможность полежать еще, полежите, пожалуйста. В шавасане. Вот. В общем-то, основная программа нами сделана. Спасибо всем за участие в онлайн-эфире. Всех также благодарю, кто в записи посмотрит. Занятия. Алина, Света, Наталья, Катя, Оля, Яна, Евгения. И там еще кто-то подключался. Всех благодарю. Вот, понаблюдайте сейчас, кто уже сел, кто сел. Вот сейчас не спешите убегать сразу же, выключаться в суету. Сядьте и посидите в тишине. Почувствуйте осанку. Почувствуйте, как тело сейчас может сидеть без напоминания ощущения вот этого центра тела. Есть ли ощущение, что мышцы включились в спине, спереди? Какое ощущение? У кого будет возможность и желание поделиться своими впечатлениями, напишите в комментариях, под записью или под любым постом, сейчас анонсом. Вот запись я выложу скоро. Хорошо. Всем прекрасных выходных. Кто в Питере, нас ждет йога-поход завтра по озерам, по лесам. Кто не в Питере, до встречи на следующей неделе, скорее всего, во вторник. Будет тоже тема. Меняю немножечко формат занятий. Каждое занятие, в общем-то, я и старался какую-то тему освещать, каждое занятие будет посвящено определенной теме из раздела йога-терапии или чего-нибудь еще, чтобы мы тематически что-то прорабатывали. Но основная ось, основная идея –
мы развиваем осознанность и способность чувствования, чувствования своего тела. То есть у нас первый этап – это телесное осознавание, второй этап – осознавание чувств, осознавание эмоций, осознавание ума. Чувствуете, да? Мы от толстого, от более плотного идем к более тонким вещам. Осознавание мудрости можно потом, то есть насколько я вообще в адеквате, ну, насколько я могу ориентироваться. Но это уже такая дальше глубокая тема. Но мы можем этот весь многослойный пирог одновременно практиковать, даже не зная об этом, просто обращая внимание на ощущения, на чувства в тот или иной момент, как влияет поза на чувства, как влияет то или иное ощущение, возникшее где-то, на чувства, на нашу, ну, энергию, да, и вот эта вот самодиагностика позволит на ранних этапах определять, где и что не в порядке, какая нескладуха в теле, и на ранних этапах, просто я много раз это уже повторял, на ранних этапах мы можем себе что-то просто простым действием убрать, простым действием убрать, не дожидаясь, когда потребуется врач, уже который с последствиями там что-то делает. И давайте прикроем глаза, улыбнемся. Со мной сейчас все хорошо. Можно ручки раскрыть миру. И от этого действия еще мягче и такая глубже, такая плотнее чувство радости, оно уплотняется, плотность появляется, легкость, уплотняется легкость, такая она вот, такая сгущается, легкость и радость. Хорошо. Поделитесь с друзьями своим состоянием. Давайте пожелаем всем живым и чувствующим существам избавления от страданий и счастья. Поблагодарим себя. Найдите, за что себя поблагодарить. Поблагодарите свое окружение, свой мир, свое пространство. И я вас благодарю. Спасибо за участие. До встречи на следующей неделе. Не теряйтесь. И в связи с, ну, возможно, выходные легче включиться. Просто в будние дни посещаемость меньше. И у меня, может быть, потом будет опрос, может быть, время поменять. Но, на мой взгляд, 6.30 – хорошее время. Для выходных 7.30 – хорошее время. Но выслушаю пожелания. Спасибо. Так, отключаюсь.